Окей. Будем пробовать сейчас тогда по одному кролику. Это самое запускать. Потому что все-таки так лучше, эффективнее выходит. Так, прости, мужик, трачу твоих кроликов направо и налево. Я надеюсь, что у него этих кроликов много, он их разводит. Вот, ну а мы сейчас поедем. Я даже не знаю, сколько коробок этих кроликов нужно использовать. Так, и сейчас быстренько. Так, не так быстро, кролики. Стоять. Тихо. Ну, можно и так. Так, вот так вот проходим дальше, значит. И этих кроликов мы... используем. Так, мне так кажется, что мы так все-таки дойдем. А может и нет. Дошли. Ля. Вот парень, о котором я тебе говорил, Сюзи. Ты Сьюзи. уверена? Ага, этот Ничего парень себе. убил моего отца. Женщина какая. Тварь, навешайте ему. О-о-о-опа. Давай разорвем его по-быстрому. Осуждаю. Слушай, Бо, ты здорово заблуждаешься. О-бэ, ты прав. Мы не должны... Осуждаю, нельзя так делать. Мы должны вытащить все наружу. Как ты думаешь, Сьюзи? Эй, время есть. Вы слышали, ребята? Послушаем, что он нам скажет. Подождите, ребята. Твой отец. И ты смеешь болтать про моего отца? Ты бессердечная сволочь. Я теряю терпение. Терпение, парень. Да. Ты можешь потерять гораздо больше. Так, Малькольм хотел, чтобы это возглавило его. Корли и я. Я сказала, заткнись. Так, ну-ка. Малькольм хочет. Я сказала, заткнись. Она не дает мне сказать. Давайте так, допустим, меня, а то что-то сделаем. Да, о, я натравлю хорьков на тебя, разнесу все на куски, назову тебе имена, я тебе всю кровищу выпущу. Но угрожать ей сейчас не стоит. А, слушайте, ее же батя говорил, что называл ее как-то. Динамо в Я пеленках. назову тебе имена. Например. Хозяйка норковой фермы.
Динамо в пеленках, вот это правильный ответ. Придурковатая старая дева. Вот это. Динамо в пеленках. Как? Все. Ты слышал это имя? Правильно сказали. Дед сказал, как раз перед смертью. Ты убил дубиной моего отца и болтаешь о старых временах. В смысле? Я не убивал его. Это Рифбургер. Фотограф сделал снимки, но тот головорез, который явился за тобой, украл ее фотоаппарат. Я... Но пленка все еще у меня. А, так прояви ее, а? Вот именно. Эти одежонки неуютно. Ладно, разберемся. Эй! Зачем ты... Под конец зачем? Растянули. Извиняюсь. Ладно. Ладно, ерунда. Даже если сдох. Нет, мы должны разоблачить Рейнбургера на собрании акционеров. Таким образом, мы уроем его, спасая мою банду, и завещание твоего отца исполнится. Ты возглавишь Корли Моторс. Рипбургер отменил собрание акционеров. Он сделал заявление в прессе, что собрание не будет до тех пор, пока преступники не предстанут перед судом. Никакого собрания акционеров, пока мы не подохнем. Ладно, разберемся. Окей, идем далее. Какая? Первая сцена, первая. Адриан Рипбургер в отчаянной попытке выманить Марин из убежища разработал следующий вонючий план. Первый вонючий. В гонке будет старинный мотоцикл Хардтейл, который восстановила Мо со своим отцом. Рип надеется, что Мо попытается захватить этот мотоцикл из сентиментальной да. Переодетые Бен и Мо выступают. Не видно, что главарь. И выходят на старт этой стремительной гонки. Она заканчивается трагически, когда их автомобили взрываются, и они считаются погибшими. Вопрос. Пожалуйста, вопросы чуть позже. Итак, взрывчатка в машине Мо может сдетонировать только от лобового столкновения с машиной Бена. Это сиденье катапульта выбрасывает Мо во время взрыва, и она безопасно приземляется. Ты думаешь, никто не увидит, как она катапультируется из машины? Нет, все будут смотреть, как ты бегаешь горяще. В смысле? Да, у меня еще один вопрос. Когда твой автомобиль взорвется, ты выберешься из него в огне и побежишь по стадиону, отвлекая зрителей. В смысле? В твоем классном костюме из асбеста, конечно. Ага. Вот это другое дело, да. Хорошо. Ладно, дорогуша, теперь давай немножко порепетируем. Порядок, ребята. О! Че, уже? А как репетиции, как же? Нифига там. Ха-ха, крайне мы, видимо. Да. Собираются дурачить своим нелепым видом. Ну это же шоу. Пожалуйста. Ничего ты не понимаешь. Отлично, ребята. Сделаем. Стукнул. Опа! Вот эти ребята. Готовы ли вы посмотреть беспечную езду? Готовы ли вы увидеть невероятные разрушения? Да, с ними, наверное, будут проблемки. В смысле, что происходит? Держись, Мо. Я еду. Ага. Вау. О, трамплин, слушайте. Машина застряла, когда я спрыгнул сверху. Похоже, у этих детишек стеклянная челюсть.
делаешь? Ну-ка давай, приложи меня. Я что-то не понял, в какой она машине-то? Ну, допустим, вот она в этой. И чё, и сколько я должен это делать? Опа. Все кончено. Я вообще не знаю, как я это сделал. Хватайте его! Что ты делаешь? Вы что, заснули? Застряли, ребята. Идиоты. Окей, Мо. Время нашего большого финала наступило. Давай. Так, я не... О, она вылетела. Вон она сзади приземлилась. Так, вот мышка. Это момент его славы! Бен, перестань дурачиться! Устрой диверсию! Я сам диверсия. Я диверсия. Надо покруче! Тачка под присмотром! Вон она, тачка стоит. Мо сказала, это важно! Без него мы отсюда не уйдем! Ладно, я посмотрю, что можно сделать, но горю со всех сторон. Вон она тачка, кстати, стоит. Может поджечь что-то? А, смотрите, все горит. Реально надо поджечь тут все нафиг. Да погоди ты, женщина. Все горит. Вон они бегут все. Люди. Все, тачку взяли. И наконец, теперь лови светлячка пока горячий. Так. Так, я пока не управляю. О, на машину залез, молодец. Держись там. Алло, разгоняется, да? Так, ну-ка давай. Вот я слез, смотри. Я здесь. Ага, вот. О, нормально. Так, в огонь надо бежать. А, он сам забежал. Это значит, что Рибургер должен сделать нас вице-президентами, как и обещал, и дать нам по 10 тысяч акций. Забавный запах. Что это, перегрев? Ну вот,
Настал свет. Все, да? Я сделал 20 тысяч акций. Ага. Пора проводить собрание акционеров. Вот нифига себе. Весь на полу, мистер Мститель. Что? Что случилось с твоей глубокой привязанностью к мотоциклу твоего отца? Бен, это всего лишь тачка. Я могу собрать ее опять за полчаса. Возможно, это поможет найти ключ. В смысле, какой ключ? О каком ключе ты говоришь? Ключ. Разводной? Моего отца. Я помню, что он спрятал его где-то в этом мотоцикле. Но я обыскала все и не смогла найти ничего, даже похожего на ключ. Что там в сейфе такое важное? Завещание моего отца. Я надеюсь, что он скажет в конце концов правду обо мне. Почему он скрывал тебя все эти годы? Он не хотел, чтобы люди узнали про мою мать. А что такое было с госпожей Корли? Она не была моей мамой. Как мы собираемся пробраться? И как мы собираемся пробраться на фабрику? На заднем дворе фабрики есть тайный ход, который ведет прямо в офис отца. Он брал меня с собой. Я помогала ему разрабатывать дизайн мотоциклов. Это когда он был слишком стар, чтобы работать самому? Нет, это когда мне было еще 6. Нифига себе. В 6-летнем возрасте разрабатывала дизайн мотоциклов, класс. Как я найду секретный проход? Тут есть хитрость. Ты должен подождать, пока все датчики погаснут. Потом ты врежешь по стене, как раз справа. А, это то место, где вот эти вот зеленые штуки горят. Как я найду точку, куда врезать? Отец знал точно, куда надо ударить. Я помню, что там была большая трещина на стене. Она была на уровне моих глаз. Нужно ударить по стене как раз перед собой. Эти странные ворота откроются. Так, что если я не смогу найти? Что если я не смогу найти эту точку? Прикинь высоту трещины. Подожди, пока все датчики погаснут, и бей. Это место, по которому надо врезать незаметно. Послушай, мне было только 6. Не приставай. Я никогда не найду этого секретного прохода. Эй, Бен, ты не видишь, что я занята? Если я смогла найти место, по которому надо ударить, когда мне было 6, я уверена, что ты сможешь его найти в своем возрасте. Так, куда мы попали, кстати? Куда мы попали? Это Си-330, промышленный грузовой реактивный транспортный самолет в большой рот. Мы хотели возить в нем тачки на мотогонке. Вы пробовали поднять его в воздух? Возить, Бен, возить. Этот малыш уже отлетал с вами. А, нифига себе. Как прошел твой полет? Во время прыжка было несколько взрывов, и я приземлилась на минное поле. А в остальном все было в порядке. Давайте напомню, Помнишь, ты пыталась убить меня? Да, мы преподали тебе урок. Да, ну скажем, что мы в порядке. Я в порядке. Ага, классно. Теперь помоги мне найти ключ. Посмотрим, что я смогу сделать. Хорошо. Так, запчасти. О, какие тут цифры. Давайте я это все запишу, наверное. О. 15-44-92-48-053. Нифига себе. Да. Ага. Вроде все. Короче, я тут все записал. Так, ясно. Я хочу тут все посмотреть, короче. Ладно. Марин. Она, вижу, занята. Да. Занята так занята. Давайте поговорим. Я никогда не найду этого секретного прохода. Да. Еще раз скажем. Ты не видишь, что я занята? Если я смогла найти место, по которому надо ударить, когда мне было 6, я уверена, что ты сможешь его найти в своем возрасте. Посмотрим, ладно, что я смогу сделать. Хорошо. Ладно, пойдем тогда. Вот фотографии.
Мне ого. Ни к чему. Покажи их кому-нибудь из шишек, если удастся. О, а давайте сейчас мужика этого проведаем. С кроликами. Ля, смотрите, горит тут все. Мне интересно посмотреть на того мужика, как он там вообще. Его все еще нет? На всякий случай взял. Мало ли пригодится вообще. Я туда не собираюсь. Ну и ладно. Этот мужик, наверное, все еще бегает за машинкой, я надеюсь. Потому что хороший мужик на самом деле. Ладно, короче, пойдем сейчас туда. Вот туда. И будем искать момент.